товарищеский матч. Товарищеский. Вот интересно, коллега, а футболисты воспринимают своих соперников как товарищей? Я думаю, что сразу после свистка мы это узнаем. Как же он работает головой, а? Хорошо. Так-так, хорошо. Мяч уверенно взят вратарем. Голкипер далеко выбивает мяч в поле. Великолепный шанс на гол. Игроки перестраиваются для вбрасывания. Организованная, дисциплинированная игра в обороне. Отличная позиция для навеса. Ну, очень неудачный удар. Да хорошо, хорошо, что попытался сделать удар хоть оттуда. Ну, пусть вратарь и защитники понервничают. Какая смелая игра головой. Оборона просто непробиваема. Очень жестко это выглядело со стороны, но арбитр, кажется, расценил как игровое нарушение и карточку не показывает. Если бы судью так толкнули в спину, тут же был бы скандал, а так даже карточки не показал. Тоже мне справедливость. Нужна точная подача. Будет борьба в штрафной. Очень техничная игра головой. Я думал, мяч уже окажется в сетке, но увы. Но это первый удар. Будут точнее. Футболист бьет головой. Хороший удар. Нужно просто обыграть врага. Самоотверженно играет защитник. Хорошо. Бывает полезно вот так немножко подержать мяч, разрядить ситуацию, дать команде передохнуть. О, отличный гол. Прямо в паутинку. Паучок, кажется, не выжил. Да хорошо, хорошо, что есть преимущество. Но его еще необходимо приумножить. Блестящий пас. Блестяще сыграно. Я прямо чувствую вкус этой передачи. Пытается. Вот это гол. Вот это гол. Галешник. Явная ошибка вратаря, который выбрал очень неудачную позицию. Надо бы посчитать, сколько мячей забиты этим футболистом с сильной ноги, а сколько с той, которую мы считаем слабой. Вся команда в атаке. Нужно побороться за верховой мяч. Мяч уходит за пределы поля. Удар от ворот. Очень четкий перехват. Давай же, не упусти этот шанс. Отличная реакция и скорость игры. И они выбивают мяч подальше от ворот. Четкая, организованная игра. Вратарь вводит мяч в игру. Этот парень просто образец в игре головой. Хороший перехват. Разыграли на третьего. Теперь мяч у защитника. О, да. Отправляет мяч к правой кромке. Хороший навес может изменить ход матча. В такой ситуации бывает трудно выбрать, кому отдать пас. Очень надежно сыграл здесь голкипер. Очень организованная оборона. Настоящая Катеначо. Вся команда в атаку пошла. Какая игра! В атаку пошла вся команда. Мяч в воздухе. Команда имела шанс забить гол, но мяч предательски ударился в штангу.
Какой грамотный перехват. А вот в центре поля. Атака развивается поступательно, но важно быстро принимать решение. Ну и теперь угловой будет назначен. Так что, может быть, еще и не разряжена обстановка. И мимо. Ну что, удар, конечно, не точный, но ведь и вратарь был к нему готов. Поэтому, что был удар, что не было. О-хо-хо! Мяч в ворота! Ой, какая-то странная игра голкипера. Для отражения атаки занял заведомо невыгодную позицию. Он записывает на свой счет дубль и вряд ли на этом успокоится. И гол! Ну вот и гол, который уравнял шансы команд на победу в этом матче. И все равно гол. И все равно гол. Терпение и труд все перетрут. Оборона играет очень слаженно. Давно замечено. Если команда пропустила, она начинает думать о контратаках сразу же. Отлично играет головой. Правильную занял позицию и мяч перехвачен. Вряд ли здесь в этой ситуации стоит рисковать. Мяч летит в штрафную. Отлично, молодец. Ну ты же крайний, подавай. И еще одна эффектная. Чистый гол. После первого тайма промежуточный итог. Перевес в один мяч. Нужно работать дальше. Похоже, вратарь сегодня стоит на воротах только для красоты. У, как их много. Что-то задумали. Сильва. Вратарь вовремя схватил этот мяч. Ту-дуф. Это вратарь выбил мяч. Он легко обыгрывает защитника. Да, этот удар заставил вратаря понервничать. Очень хорошо. Нам предстоит вбрасывание мяча. Ух, какой удар! Сильва. Подача! Голкипер легко расправился с навесом, как повар с картошкой. Ой-ой-ой, как рискованно. Какая смелая игра. Острое столкновение на поле, нарушение, штрафной удар. И тренер проводит первую замену в сегодняшнем матче. Но пора уже было принимать какие-то стратегические решения. Нужная замена. И мяч в поле! Сильва. Ну что ж, если во втором тайме матч будет таким же интересным, нам сильно повезло. Счет первого тайма 3-2. Атака по флангу. Хороший перевод мяча. Ну, интересно, что теперь будет делать игрок. Кому отдаст мяч?
Судья на линии поднимает флажок. Вне игры положение. Как иногда хочется забить. Тут недалеко, конечно, до офсайда. Впрочем, в этом случае все на грани. Но в воздухе ему практически нет равных. Все спокойно, все под контролем. Игра в пас. Надо же, сколько игроков участвует в атаке. Мяч летит в штрафную. Увы, мяч попал в штангу. Зажег свой флажок арбитр боковой вне игры. Это не первое спорное решение в жизни арбитров. Им не привыкать, к нашему удивлению, а иногда возмущению. Поэтому смотрим дальше игру. Сильва. Игрок не смог удержать мяч. Из такого расстояния можно забить. Нет, ну что это за удар? Всем как-то было неудобно. И голкиперу, и нападающему. В итоге гола не случилось. Ну, повезло вратарю. Они отстают всего на один гол. Но вот такие промахи могут деморализовать команду. Хорошо разобрался. Будет выполняться удар от ворот. Нужно контролировать мяч. Защита действует быстро и точно. Последний защитник. Остался обыграть только его, и ворота взяты. И мяч вратарю. Вратарь отправляет мяч вперед. Красивая игра головой. И мяч снова уходит назад. Великолепный удар головой. Сильва. Оу-а! И теперь вперед. Нарушение правил на поле. Какой шанс? Ну же! Хороша подача. Славный удар головой. Это не удар. Это так защитник мяч вратарю сбрасывает. Команда получает право на штрафной удар. А вот и вполне голевая атака. Ох, как много народу идет вперед. Вот что значит, хочется развить успех. Вратарь выбьет мяч за пределы своей штрафной. Голкипер своевременно ликвидировал опасную ситуацию у своих ворот. Атака задействует правое крыло. Это было грубым нарушением правил, и я готов подписаться под любым самым жестким решением арбитра. Показал судья желтую. А я не думаю, что тренер будет ругать своих подопечных и упрекать их в плохой игре. В противостоянии даже равных команд кто-то все-таки должен выйти победителем. Еще рывок, и он окажется один на один с вратарем. Ну, он должен забить гол. Кивком головы пас вперед. За такое нужно наказывать. Да, это красивый отбор мяча. Мяч ушел из штрафной. Мяч уходит за боковую. Сейчас будет брошен аут. Мяч перехвачен. Сильва. Нет, этот пас был отдан слишком небрежно. И не обязательно вперед, но сразу в темп. Занятно, занятно. И голкипер с сильным ударом выбивает мяч. Угловой. Посмотрим, что они смогут извлечь из стандарта.
Прекрасный удар. Ну вот, теперь придется все начать сначала. Продолжается атака. Даже этим движением вратарь внушает спокойствие. Так-так, что дальше? Такие вещи нельзя прощать. Опасная атака. Хорошая игра. Перехват. Катится к вратарю. Отличный пас. Арбитр явно недоволен и, конечно же, дает штрафной удар. Защита не дремлет. И это реальный шанс забить. Между ними воротами только защитник и вратарь. Нападение в ударе сегодня. Отличная передача. И замена. Парень не может продолжать игру. От ворот вратарь посылает мяч, ну так, сравнительно далеко. Добавлено пара минут. Начали играть на удержание, я смотрю. Пас назад, дальше уже некуда. Вратарь сильно бьет вперед. Мастерский удар головой. Это должен быть гол. Вот если вы не знали, что такое промах, то вот это он самый. Ну что, удар, конечно, не точный, но ведь и вратарь был к нему готов, поэтому... Что был удар, что не было. Упустить такой шанс – это преступление. Звучит свисток арбитра. Игра завершается поражением команды.